5 путевок на первенство России выиграли сахалинские дзюдоисты. Отбор проходил в Нерюнге в рамках дальневосточного турнира среди спортсменов до 18 лет. Наши в сложных поединках взяли 5 серебряных наград. Среди призеров были и девушки. Представительница Южно-Сахалинска Софья Мирошниченко и холмчанка Анастасия Синагулова. У парней отметились Александр Дмитриев, Алексей Калинин и Ким Руслан. Основной упор идти будет на Кима Руслана, весовой категории 60 килограмм, так как он старшим возрастом и уже имеет опыт соревнований в первенстве России. Поэтому на него будет основной упор. А остальные ребята, они проедут в обкатку, проверить свои силы, посмотреть соревнования, и уже чтобы был задел на будущее. Как отметил тренер ребят, непростой отбор ежегодно, как правило, проходит лишь один юниор. Состоится первенство России в Казани с 10 по 16 февраля. А это выступление сахалинских легкоатлетов в Хабаровске на первенстве Дальнего Востока. Среди юниоров наши завоевали 5 медалей. Победителями стали Евгений Бажок в беге на 2000 метров с препятствиями и Софья Каратынская на дистанции 200 метров. На 400-метровой дистанции она взяла серебро. В старшей возрастной группе сахалинцы завоевали 8 медалей. Дважды на высшую ступень пьедестала поднималась Карина Глебова. На дистанции 60 и 200 метров ей не было равных. Помимо нее победителями стали Владислав Бондарь из Корсакова и Олег Сергеев из Южно-Сахалинска. В итоге сборная области заняла 3-е место в общекомандном зачете, а 4 бегунов отправятся на первенство России.